столько счастливых и благополучных людей на улицах, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы «Мысль». Кто возьмет прибор «Мысль», обретает в жизни смысл. Простите, вырвался. Хрущев произнес памятную речь и представил гражданам СССР памятный комплекс, названный памятью. Коллектив по всей стране